Магазин поисковой техники у деда Мити. Всегда широкий ассортимент металлоискателей, катушек, запасных частей и аксессуаров. Можете смело обращаться по бесплатному номеру телефона или на сайт магазина. Вас всегда грамотно проконсультируют и помогут подобрать все необходимые снаряжения для поиска. В магазине проводятся акции. При покупке металлоискателя в день рождения вы получаете подарок. Назовите промокод «В поисках клада с Дашей» и вы получите скидку или отличный бонус при покупке МД. Магазин у деда Мити. Ссылка в описании. Всем привет! Сегодня я на коп не поехала. Хотела, но не поехала, потому что погода у нас испортилась. Идет туча большая, страшно ехать куда-нибудь, так можно где-нибудь забуксовать. Думаю, поеду хотя бы на магнит. Здесь вот раньше старый мост был, то, что осталось от моста, торчит. Все сгнило, моста здесь нет. Хочу здесь покидать за деревней. Тихо так тут, спокойно. Посмотрим сейчас, будут ли какие находки. Я вообще думала, у нас в реках столько железа. Оказывается, уже все собрали уже. Все железо собрано. А, уже, ребята, дождик пошел. Ну ладно, маленько покидаю немножко. Посмотрим. Разойдется, домой поеду. О, тащу, ребята, вообще зеленая какая-то железяка, что ли там. Что-то тяжелое там. О, это что такое? Это что за находка? Это, ребята, кабель. О, длинный, что ли он? О, какой. Вот так находка. Ладно, сюда пока будем. Вкладывать свои находки буду. Так, ничего больше такого нет. А давайте еще раз. Хоть бы дождь не разошелся. Ой, уже дождь пошел. Ух ты! Тяжеленная. Еще что-нибудь такой же кабель. Тащите там. Чувствуется, что что-то типа того же. Я туда, меня обратно. Это мне не вытащить вообще. Оторвалась. Блин, дождь пошел. Только приехала и дождь. Находка у меня там. Я тащу, ребята. Тяжело, но идет что-то тут. Так. Оборвалось. Оборвалось, по-моему. Ого! Находище, блин. А я думаю, что так тяжело тащить-то? Оно цепляется вот этими уголочками. Крепко держит магнит. Магнитик на 400 килограмм. Такой нормальный. Хороший магнит. На 600, думаю, было бы тяжело мне. На 400 самый раз. Ой, все руки. Дождик вроде бы стих маленько. Давайте еще. Ну, здесь поинтереснее река. Смотрите. Есть что здесь половить. Вот снова уже зацепилось, смотрите. Уже снова зацепилось что-то там. Ой! Плохо идет. Ой, тяжеленные. Ну, все. Так, веревка может порваться. Магнит так можно оставить. Да, ребята, находочка у меня, уже тащу я. Я ее туда, на меня обратно, хоть бы не упасть в речку. Ой, блин, не надо, не вытащить. Зеленые. Лучше не вытащить, наверное. Что такое? Такое. Оторвалось. Где-то у меня, ребята, здесь оторвался магнитик.
Почти я его дотащила. Мастер срывается. 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 Веревка хоть бы не порвалась. Не могу вытянуть. Никак. Качается там вообще, кстати, железяка. Переждать пришлось, ребята, дождик. Уже промокло маленько. Посидела в машине, пока дождик не закончится. Что вы думаете? Зацепила я свой еще магнит. Пришлось просить местного жителя, он здесь рыбачит, там, с той стороны, за этими деревьями. Ну, за мостом, получается, рыбачит. Пришлось его попросить, чтобы он мой магнит вытащил. Зацепила я его. Тащу, думаю, там что хоть за находка такая. Попал между бревен магнит. От старого вот моста вот эти бревна остались. В общем, еле вытащили. Сейчас в другую сторону буду бросать. Сюда уже я бросать не буду. Иначе все, оставлю магнит свой новенький в этой речке. Попытка номер два. Опять вот тоже капает. Вся уже промокла. Маленько порыбачим. Чуть-чуть еще. Вот, смотрите еще. Магнит ко мне достал. А здесь еще и находочка. Колечко. Ой. Ребята, проволоку вытащила сейчас, скрученная так косичкой. И еще колечко, смотрите, старинное. Кольцо. Все руки грязные. Уже вся промокла. Все волосы уже мокрые. Железная пластинка. Находочка у меня железненькая. Ой, пластиночка. Вся промокла. Железячка тоненькая. Может, гвоздь был сгнил просто. Точно кованый гвоздь, ребята. Смотрите, это вот ломилась просто та. Остренько отломилась часть. А вот это, о, рыба плещется тут рядышком. И рыба. Вот такой кованый гвоздик. Старинная деревня здесь, старая.
ребята, у меня тут примагнитилась. Железямба какая-то. Как ее оторвать? Даже руками-то мне не оторвать. Вообще. Закручивать что-то надо было тут. Резьба вот здесь. В общем, ерундистика. Поеду сейчас домой, потому что дождик разошелся. Все, я вся уже промокла. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем удачи, всем пока!